Привет всем! Это снова я. Я наконец-таки снял видео варки пива в домашних условиях. Домашний пивовар. Я варю пиво давно и разработал несколько своих рецептов. Светлых сортов крафтового пива, а также темных сортов, так как я люблю сам более всего темное пиво. Данное видео не интересно профессионалам и опытным домашним пивоварам. Это видео снято для тебя, для того, кто сомневается, что дома можно сварить хорошее, качественное пиво, вкусное. Посмотри видео. Если у тебя будут вопросы, задай мне их, и я с удовольствием отвечу. Итак, приятного просмотра. Итак, для варки своего первого пива в домашних условиях я рекомендую использовать такой набор домашний пивовар, который включает в себя смесь солодов для варки стаута, хмель, дрожжи верхового брожения, цифровой термометр с точностью показания до 0,5 градусов и гидрозатвор с крышкой для стандартной бутылки воды 5-литровой, а также инструкцию технологического процесса, материал для фильтрации сусла и йод для дезинфекции. В качестве оборудования нам понадобится большая кастрюля с крышкой, дуршлаг, часы, воронка, промежуточная емкость и ложка-мешалка.
В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метров оцарился жесточайший хаос, когда всем понятно стало, сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец, есть. У меня своя волна, и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце и тогда себе сказал: я выбираю жить в КАИ. 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 Это был сон, в котором я не прогорал, не огорчал родных и не нуждался ни в чем, в котором мне не пришлось скрывать глаза и лгать давним знакомым, мол, в жизни моей все хорошо. В моем рюкзаке пару маек, носки, и пускай начало оставляет желать лучшего. Все, кто меня помнит, знает, я не был таким, а значит, и у вас получится. Ведь все, что я хотел, это видеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг услышав музыку, я сам себе сказал: я выбираю жить в Каире.